При устройстве вентфасада из фиброцементных плит 23-этажного жилого здания на Большой Спасской улице генподрядной организации применена нестандартная технология монтажа панелей с применением крана «Пионер» грузоподъемностью 2 тонны. Максимальный вес фиброцементной панели 700 кг. Ее размер 3,2 на 1,5 метра. Фиброцементные панели монтируют на закладные детали, которые предварительно были установлены на фасаде здания. Управление краном, который находится на перекрытии 23 этажа, осуществляется дистанционно при помощи пульта с разных уровней фасада, где происходит монтаж панелей. Ассортимент кранов «Пионер» и фасадных подъемников производства «Станкомаш» представлен на нашем сайте stankomash.ru.